Очень часто люди хотят разобраться с духовным миром и победить проклятия и грехи, не прилагая никаких усилий, а только на физическом уровне говоря что-то. Но невозможно победить проклятие, невозможно победить грехи, не изучая чистое и неоскверненное Слово Божье. Так же, как и невозможно исполнить волю Христа, не зная ведения на свою жизнь и не став частью Церкви. А стать частью Церкви и получить силу над проклятиями и грехами мы можем только смирив свое сердце под власть, поставленную Богом в Церкви, под апостолов, под служителей, и только исполняя ведение Церкви.